Чувашии осуждены 3 проститутки, жестоко расправившиеся со своей знакомой и закопавшие ее тело в снег. В феврале 2013 года злоумышленницы устроили ссору, в ходе которой отрезали пострадавшей кухонным ножом часть волос и распороли ее одежду, оставив лишь в нижнем белье. В таком виде они вывезли женщину в 6-градусный мороз в лесной массив на окраине деревни Хыркасы Чебоксарского района, где избили, в том числе металлическим кастетом. Поводом к возникшему между девушками скандалу стало то, что потерпевшая якобы похитила у одной из них несколько тысяч рублей. Однако в ходе следствия доказательств свидетельства о причастности потерпевшей к исчезновению денег не были добыты. Все 3, со слов осужденных, занимались проституцией. В ходе следствия удалось выяснить, каким образом злоумышленницы расправились с пострадавшей и как они избавились от тела. Тело убитой было обнаружено лишь спустя более чем 2 месяца, 13 апреля текущего года, на том самом месте, где и произошло убийство, когда растаял снег. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде, приговору Маргаловского районного суда, 22-летняя жительница города Чебоксара, а также 20-летняя жительница села Чубая Урмашского района признаны виновными в истязании и убийстве. Каждая осужденная назначена наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.